люблю экспромт, люблю народ вокруг меня. Я такой, и конец, все заканчивается, эпицентр, надо что-то делать, а у меня остались какие-то ништяки, их надо разыгрывать. Мне они не нужны, а вот я думаю, публике нужны. Да. Сейчас мне будут просто в мою голову приходить вопросы на тему доты, и кто будет первый правильный ответ выкрикивать, тот будет получать приз. Поэтому я не буду какие-то суперлегкие вопросы, чтобы все орали, и не буду каждому подносить. Просто буду пытаться услышать правильный ответ. А вы, кстати, следите, вдруг вы добрые, хорошие, услышите, что кто-то правильно ответил, и поможете. Все готовы? Давай. А сколько героев в доте? 113. 13-й теч, из которого нету капитан Смоди, поэтому НС и сказал в своем интервью, что все 112 героев, которые есть. А я вот вижу того, кто... О, хук. Поаплодируем. Хоть где-то у тебя будет ДК-хук. Да, сколько брони у кого, это хороший. Сколько шрайнов у каждой из сторон? 5. Вообще-то 6. Я услышал первого вот человека. Бабочка. Так, блин, у меня есть хороший вопрос. Давайте тогда, как делать? Он сложный вопрос, и за него я дам... Тот, кто сможет додуматься, получит блинк-даггер. Вот. Одноразовый рит можно? Наверное, можно. В общем, суть в том, что есть предметы, которые ломают деревья в доте. И, ну... Подождите, давайте, вот... Вы можете... Все, это я понимаю. Сейчас я буду их собирать. Чем меньше останется, и тот, кто назовет последний предмет... Тот получит блинк-даггер. Нет. Все, погодите, давайте. Я считаю, вы сказали топорик, вы сказали Battle Fury, вы сказали Форстав, танго, пика, Iron Talon пошло, 6. А сколько их всего? Ну, я не скажу. Танго сказали. Форстав говорили. Было. Переданное танго пошло. Кто последний останется в течение минуты, тот и выиграл. Ну, не в течение минуты, да, 20 секунд. Да, ну, 20 секунд. Вот он сказал расшаренное танго. Вот я в голове отсчитываю 20 секунд. Телепорт! Телепорт больше уже не ломает деревья. Он хочет выиграть. Отдайте его. Что? Пика было. Юл, я не знаю, не ломает. Нет. Он близок. Есть еще. Как минимум один предмет точно есть. Какие предметы ломают деревья? Что? Некрачи не ломают деревья. Что? Молодец! Давай, пошло. Лотус Орб. А что такое Лотус Орб? Ну я тебе Линкенсфера как ломает? Лотус Орб ты на себя кинул, на тебя юзнули Форстав, все. А? Он последний, он сказал Аганим. Давайте поздравим парня с Аганимом. Слушайте, а парню с Лотус Орбом тоже нужно поддержать. Лотус Орб это тоже очень такой редкий предмет, который люди вообще вспоминают. Вот браслет. Поздравляем. Так, а что мне так? Там еще много? Там немного осталось. Нет, на ликвидов там вроде нет. Там есть, по-моему, магнитик с альянсом. Боже, альянс! Я болею за альянс! Так, давайте. Вот он. Так. Да он молится. Вот она преданность. Так. Куплю, кто выиграет, если сам не выиграю, пожалуйста. Нет. Так. Сейчас. Так, тут уже торговля начинается. За сколько купишь? Пошло. Какой... Профессиональный игрок выступил на всех официальных ивентах этого... Изи Альянс. 300 рублей. 300 рублей. Продам бочку. Так, давайте дальше. Давай тогда вот такую фигню. А мешок потом разыграешь? Мешок? Разыграю, у меня есть дома, так что...
разыграешь вот этот? Сейчас вопросы погромче, сейчас постараюсь. Что придет в мою голову? А, во! Какой навык у героя в Доте откатывается дольше всех? Блэкхол! Вообще-то Рэйвэ считает Хантера. Тихо. Тихо. Правильный ответ назвали, это табличка Минера. Магнит со Скайред Магом. Нет. А это с Вайпером. Открой тогда все посмотреть. Так. О, подошел. О, Крип подошел. Так. Крип, ты знаешь правильный ответ. Вопросы прикрепил. Сколько маны у Крипа Мага? Не-не-не-не. Вопрос для олдскульных игроков. Первая дота, по сути. У какого-то героя в первой доте аганим забирали. Вот. Потом прошло время, ему аганим вернули, но он... начал давать ему другой бонус. Что это за герой? Какой это герой? Нет. Зовем Фуджа. Чем? И у него именно забрали, его не было потом аганима, а потом вернули. Рики. Давайте назовем по очереди. Скелетон каким вообще в априори не было аганима. Скелетон до сих пор. Попробуй. А? ПЛ? Нет, я пока не услышал правильный ответ. Найтсталкер. А? Не самые первые версии Dota, нет. А? Морфлин. Нет. Сейчас все будут гуглить. А? Нет, еще первая Dota была. Сварк, Рики, Аппарат, Свардар, Найтхантер. Пудж. Нет, не Пудж. Клопа. Нет. Больше. Цемка. Давай подсказку, как атрибут. Основной атрибут — интеллект. Угна. Это Огр-маг, потому что раньше у него был аганим, который увеличивал мультикасты, а потом ему поменяли, добавили второй фаербласт. Так, давайте дальше. За какую команду выступал Artstyle на 2012 International? Правильно. Даррер. Нет, это пины. Давайте вопрос такой, опять про 2012 International. Какая команда пропустила свой матч на 2012 International? Москва. Правильно. Moscow 5 по ГГ проспал, да, согласен. Так, идем дальше. Хорошо, а теперь для олдскулов. Какой профессиональный игрок больше всего выиграл Asus в первую доту? ДНС. Сука, блин. Это известный игрок? Смайл. Я не буду подсказывать. Погодите, пока назвали Инесса, Дреда, Смайл. Его знают. А? Скрин, да. Нет, не Каблак. Какой скрин? Нет, ну перебирайте. Какие были популярные? СНГ. Обставил. Нет. Дэнди. Нет. Нет. Ну, наконец-то, ПГГ. Жесткий. Так. Монета. Монетка с андайнгом. Так. Если взять последние 3 года, какой герой чаще всех появляется в чейндж-логах патчей? Дарксир. Эрспирита часто нерфят, но это не так. Хорошо, так. Монету меняй на альянс. Так. Магнитик распечатать можно в любом этом. Ладно. Даже почку на альянс не меняй. Так. Ваня, не луни поклоняй. Господа, так, тишина. Внимание, вопрос. Вопрос, все готовы? Да. Вопрос такой. Первая дота у нас вышла, вторая дота, ее показали на 2011 International, в августе. В сентябре она вышла в бету, в закрытую. И в первом патче был добавлен герой, которого не было... Ёпар, СТ. Мешок, да, давайте. Все, чувак убежал, чтобы его не загрызли.
Найс выиграл. Хорошо. Какого героя во второй доте добавили вместе с Бладсикером в одном патче? Что? Нет. Нет. Лина. Нет. 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 Там было два героя. Нет. Аппарат был с самого начала во второй доте. А? Основная характеристика? Не буду говорить. Инвокер. Инвокер был самым... Нет, не был он с самого начала. Кунка. Все, халява закончена. Всем спасибо. А? Плащ разыграешь? Плащ нет, не разыграю. Плащ мой. Всем спасибо. Успешного на YouTube Финаргот. Ведешь и найдешь. Всем спасибо! Финаргот лучше!